Паскаль, Блез Паскаль, которого все мы знаем, оставил нам своего рода некое, как называют, пари Паскаля, то есть спорт, пари. Знаете, на пари пьемся. Оставил нам. И говорит, ну хорошо, неверующий человек, говорит, ничего нет, ни души, ни Бога, ни вечности. Хорошо, что ты выигрываешь, человек этот, говорит он. Что ты выигрываешь? Ведь ты нравственность признаешь или нет? Или тоже не признаешь? Но он ни за что не скажет, что не признаю. Все признают нравственность. Да. Что ты выигрываешь, скажи, в этой жизни? Да ничего. Живешь и все. У тебя не два желудка. Но если есть Бог, то учти, что с тобой будет потом. И есть вечность. Ты все проигрываешь. Он именно на такой логике Паскаль рассуждает. Здесь ты ничего не выигрываешь. Там, если есть Бог, ты все проигрываешь. Говорит, а теперь наоборот. Что теряет верующий человек? Ну, ничего не теряет. Что от него что-то требуется? Не есть, не пить, что ли? Ну, все, пожалуйста. Живи только по совести. Но зато, если есть Бог, ты все потом приобретаешь. Это знаменитые пари Паскаля.